У меня, знаешь, что самое жуткое было в детстве? Я однажды обул лягушку. Ну, в смысле, она в тапок запрыгнула. Я ее, естественно, не видел. Я обулся такой. И у меня на пальце был глаз. Вот, я теперь боюсь лягушек в тапках. У меня были бородавки, но я думаю, что это не от лягушки, не от жабы. А еще я носил постоянно бездомных котов под мышки летом. Ну, в смысле, просто вот так, не знаю, постоянно с ними носился. И у меня был стригучий лишай. И мне его, я помню, что я его йодом пытался выжечь. И всякое такое. Еще, блядь, я как вообще не умер в детстве, я вот сейчас думаю. Я реально задаюсь вопросом, как вообще я дожил до этого возраста. Столько было в детстве опасного. Всякие беготня по заброшкам всяким. Какие-то непонятные стройки, штыри торчали отовсюду. Мы прыгали в воду, я помню, в Волгу. Где просто внизу торчали вот так вот копья для трупов. Я не понимаю, как я дожил до 30 лет. Охренеть.